Так. Продолжаем. Взорвитесь уже, ёкарный карась. А, перезарядка. Быстрее, быстрее только. Вот тут джиггернаут это, а? Как нас назвать даже? Ой, да нам грена нипочем, наверное. Это армия? По-моему, это секьюрити. Ой, это как называется? Ну, охрана какая-то обычная. Чё, РПГ? Так, перезаряд. Да-да, за машины не вариант. Так, я не понял, а где наш друган? Вон он уже где. А, сам себя. Ну, это круто. По-моему, они нам вообще никакого урона не наносят. А, все, перезарядился. Ну, это круто. Достаточно интересная миссия такая. Ну, в смысле... Они все неплохие, конечно же. Забавная какая-то перезарядка. Точнее, непонятная. Ой, она нас лифт поднимет. Таких-то тяжеловесов. Сейчас, погоди, стой, стой. Стреляю, в пропеллер надо попасть. Ну, вообще-то должно так, а на самом деле, там по игре в пропеллер... Стреляй, не стреляй, все одно и то же. Вау, 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 горит, чувак. Не упади, смотри. Да ничего не разорвано, что ты гонишь-то? Да что ты сделал, а? Николай, нам нужен другой лифт. Принято, в пути. Ой, пипец. Чего он сказал? Нам нужен другой лифт. Я вроде допрыгнул. Да. Так какой поедем? Вертолет только что сел. Макаров на пути к нему. Ну, мы должны успеть. Тут обычно нормально так времени дают. Ну, должны, по крайней мере. Да ничего, не нормальная броня. Я не знаю, зачем. А, ну мы все равно, нам все равно надо побыстрее. Ёпара с этой. Не упускаем. Куда-то я поспешил реально. Ну да, я же говорю. Ладно, не будем торопиться. Так, все, все, начали заново. Погнали. Слепим их. Так, это вроде гражданский, да? Пипец. Вот. Вообще, ни на шаг не отстаю.
Я, не, по-моему, ни разу не остановился еще. Вот сейчас. Уходим. Вау. Воу-в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 оу. Ну-ка. Какого хрена? Пипец какой-то. Все, хватит сливаться, согласен. Тороплюсь я что-то очень. Так. Чё вам нужно жрать? Ресторан здесь! Он всё ещё там! Он практически у вас в руках! Конечно, в ресторане. Где он ещё может быть? Всё, перезарядил, считай. Коты. Я же вроде убил. Ну, в смысле. Хотел. Точнее. Пипец. Походу им вообще насать на Макарова, да? Я за прайсом играю. За прайсом. Погнали. Бегу. Да бегу, бегу. Бегу. Какого хрена? Я ж бежал. А, ну я, наверное... Блин, от заново. Я, наверное, с Юрием долго задержался. Давай. Куда ты смотришь? Прыгай. Парашют надо было с собой брать. Ну все, хана, друзья. Все сдохли. Те, за кого мы играли. Юрий. Прайс. Или он еще жив? Ну, судя по тому, что я вижу, ему не очень хорошо. Ах ты гад. Почему только ЛКМ? Что со второй рукой? А, пистолет. Давай, давай, пожалуйста, пожалуйста. А то он быстрее сейчас. Давай, давай. Давай, давай. Чё, не успел, что ли? Прощайте, капитан Прайс. Юрий, ну, русский. Всегда будет крутой, конечно. Я имею в виду. Выжил. Помощничек. Я жму, жму, жму. Вот пипец. Вот это жесткач. Месть до добра не доводит. Ты как вообще вниз-то не провалился, я не пойму. Я от перила об это ударился. Все.
Ну, теперь сигару надо, конечно. Как без этого-то? Да. Дым победы. Чё, всё? Мы реально прошли Call of Duty Modern Warfare 3. Обалдеть. Ну что ж, друзья, мы прошли ее. Еще раз повторюсь. Ну что, мне она, честно скажу, есть такое положительное впечатление. В основном мне, я уже как говорил, понравилась эта такая масштабность этой игры. То есть разнообразие локаций. То есть, как бы сказать... В разных странах действия происходят, в разных частях мира, Африка, Америка, Европа, то есть, вот это мне больше всего очень, больше всего, наверное, понравилось. Сам шутер, ну, серия шутеров, она же короткая достаточно, как видите, не так-то и долго мы в нее играли, ее даже за один день, наверное, можно пройти, но вот, собственно, финальные титры. Желаю всем удачной игры, удачных игр, успехов в прохождениях и всем пока.